Anyway, what to... Ну, я не уверен, но ничего. Hi, how are you? Привет, как дела? Хорошо. Екатеринбург. Good. Омск. 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 Но Екатеринбург. А я Омск. Ты не была в Екатеринбурге? Right. Белая вежа. Омск, Омск. I was in Омск in the retreat place, Белая вежа. And in the city also, no? Huh? Yes, in the city also. Okay. Хорошо. Whatever city that you're from. Ну, откуда бы ты ни была. Let's talk. Давай поговорим. Ну, я бы хотела сказать спасибо. Вы тогда ответили на все мои вопросы. Я бы хотела вас поблагодарить. I want to say thank you because that time in Omsk you answered all my questions. So I want to tell you thank you. Thank you. И у меня остался один вопрос только. And still there is one question left. Yeah, yeah. Мой друг сказал мне, что если человек разотождествляется с телом и умом, то есть становится просветленным, то он плохо заканчивает, то есть он заболевает какой-нибудь тяжелой болезнью, вроде рака или еще что-то в этом роде. Но это не обязательно так. My friend has told me that when one loses identification with the mind and with the body, when enlightenment happens, then this being cannot finish well. Some big illness happens, for example, cancer. Is it? Просто на физическое тело это никак не влияет, то есть so it doesn't have any impact on physical body, on physical level. Enlightenment. No. Вообще никак. No, environment can have an impact in the physical body. Ну, на самом деле влияние на тело может оказывать только среда, внешняя среда. Genes can have an impact in your physical body. Genes. Yeah. Там поход в этот зал, как мы это. Genes. Genetic okay. Stuff. Гены могут иметь влияние на физическое состояние. See, but awakening? No. Но просветления нет. Not that I know. On the contrary, I had a physical condition. Даже наоборот, вот у меня есть определенное физическое состояние. Not pleasant. Не из самых приятных. And it's going. И оно потихоньку улучшается. Not by itself, no. Some exercises. Не само по себе. Some diet and some medications, but. То есть есть какая-то диета, есть какие-то специальные упражнения. The medication finished, no need to take it anymore. А также я принимал какие-то лекарства. Сейчас это уже закончилось, лекарства уже не нужны. The pain is basically not experienced. И боль практически уже не происходит. And the thing is becoming better and better. So. И все приходит. Как бы все больше и больше в строй. And one can say that awakening in this case happened in, I don't know, 15 years ago, I don't remember. И, ну, можно сказать, что вот в данном случае пробуждение имело место быть, ну, я не знаю, там, 15 лет назад или не знаю, когда точно. And it was recently when I started taking care of my physical condition. И на самом деле только недавно я стал заботиться о своем состоянии своего тела. Out of an understanding that if I don't take care of it, I won't be able to do what I do. И только потому, что произошло понимание, что если я не стану поддерживать свое тело в нормальном состоянии, я не смогу продолжать заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. At least comfortably. Ну, по крайней мере, в таком удобном, хорошем состоянии. Ну, конечно, можно этим заниматься и вот так вот. Like that, no? В плачевном состоянии. But it's not that pleasant. Но это не так уж приятно. Ну, это все, что я хотела спросить. That was all what I wanted to ask. Yeah, your friend is using an excuse not to become enlightened. Это просто твой друг использует такое оправдание, чтобы не просветлевать. So I will not get enlightened because I will get cancer. I better remain ignorant and about healthy. Не буду просветлевать. Зачем мне такое просветление, если я просветлею и потом раком заболею? А еще сколько по времени у вас потом, как вы говорили,
вы просветлели, а потом вам еще пришлось осознавать какое-то время какие-то, ну, не знаю, боль, там, страх, как вы говорили. Сколько это было по времени? Then could you tell me, please, about the time? What time it took for you? You said enlightenment happened to you, and then it took some time to become conscious of all these fears inside, la la la. So, how long was it? I don't know exactly the time. Не знаю точно. It was a long time because it was painful. More painful it is, longer it seems to be. Я не засекала. На самом деле это было долго, потому что было очень болезненно. Чем болезненнее, тем длиннее, но тебе кажется. But I would say that 6-7 years. Ну, могу так сказать, навскидку 6-7 лет. To don't take this as a point of reference. Только не нужно это воспринимать как точку отсчета теперь, как пример для сравнения. It can be longer. Бывает подольше. It can be shorter. Бывает покороче. You will never know. You will never know. Никто, это неизвестно, сколько. So don't worry about that. Вообще не нужно, не стоит об этом беспокоиться. When you know what the mind as ego is, когда ты узнаешь и понимаешь, что такое ум, что из себя представляет это эго, you know it is nothing. То есть ты понимаешь, это ничего. When it comes, when it happens, you know that nothing is really happening. То есть когда оно тебя посещает, ты знаешь, что на самом деле ничего такого не происходит. Your brain is has been just touched by the mind. Это просто ум коснулся мозга. It produces a sensation in the body. Появились какие-то ощущения в теле. Last for some time. Они будут ощущаться какое-то время. And it disappears. Потом исчезнут. See? And then when you know that. И когда ты это знаешь. Then you can go through anger, fear, jealousy, stress. Ты можешь спокойно переживать и злость, и ревность, и стресс, и подавленность, и страх. In peace. Спокойно. You can be seated here, completely, ты можешь вот так сидеть. Completely angry. Там злиться просто на полную катушку. I'm perfectly okay with that. И совершенно нормально к этому относиться, что ты злишься. How are you? I'm angry. Как ты как? Я злая. And then you can be laughing. Вместе с тем ты можешь смеяться одновременно. I'm serious. Я честно, так и есть. You так может быть. How are you? I'm stressed. Ну, как дела? Да я весь в стрессе. And yet you can look so peaceful. И вместе с тем ты будешь выглядеть очень даже спокойным. А как мне узнать, что я осознаю или... Или я могу это спутать с тем, что я думаю, что я осознаю и получаю. How will I discriminate if I'm really aware or I think that I'm aware? Because there must be some kind of effort. Как если ты думаешь, что ты осознаешь, есть будет какое-то напряжение. There will be, you will feel it. It's like a subtle mental activity when the mind is trying to, because mind is going to help you now, is trying to be aware. Ты сможешь это замечать, потому что будет все-таки какая-то такая очень тонкая мысленная деятельность. То есть ум такой, едва заметный ум, который пытается осознавать. Но в этом всегда будет напряжение. There is a sense of an I there. Будет такой привкус «я». There's a sense of me being aware. Привкус «я осознаю». See? And me is not aware. Такое вот чувство, что «я осознаю». Can you repeat last? Me is not aware. Но на самом деле это не я осознает. I is not aware. Это не так, что я осознаю. See? Because this me is something that you are aware of. Потому что вот это я, на самом деле это еще нечто, что ты осознаешь. There is effort. There is, you will find that there is kind of a какое-то напряжение. Вы всегда сможете заметить какое-то напряжение. Kind of a mental movement behind it. Какая-то такая еле заметные мысли за этим.
And sometimes deep you go into this, more refined becomes the trick of the mind. It's difficult to catch it. И чем больше ты в это углубляешься, тем более утонченным и изощренным становится твой ум. То есть эти мысли, они настолько будут тонкими и незаметными, что тебе будет сложно само их заметить. But more you relax. Но чем больше ты будешь расслабляться, because I say this now, то есть не нужно напрягаться, пытаясь осознавать. And I speak about the trick of the mind, чем больше я сейчас это говорю, чем больше я говорю об этих трюках ума, and then mind plays a trick to recognize the tricks of the mind. Ум начинает играться в такую игру, а теперь я буду отслеживать эти уловки ума. And the mind is there trying to catch the mind. Этот ум уже такой весь готов отслеживать ум. Playing the tricks of catching itself, playing tricks. Он как бы играется в такую хитрость отслеживать свои собственные уловки. But there is awareness of that. Но при всем при этом есть осознавание всего этого. And the awareness of that is effortless. И вот это осознавание, оно в нем нет напряжения. It's just happening. Оно просто происходит. Somehow, my suggestion. This is a tip. It doesn't have to be a general rule, but. И вот мой сейчас совет или подсказка это не для всех, не обязательно это сработает для всех. Anything that you experience. Что бы ты ни переживала. It happens in the body. Оно как-то отдается в твоем теле. Pleasure, pain in the body. Удовольствие, боль в теле. Как-то оно чувствуется в теле. And happiness and everything else is experienced in the body. The body itself and the mind are connected. Радость, там все, вообще все, оно как-то отдается в теле, потому что на самом деле ум и тело, они связаны. So anger in the body, stress in the body, it is a name for an experience in the body. Anger, jealousy, pride, stress, happiness, unhappiness. It's a name, different names for the different forms that the mind takes and expresses itself in the body. То есть ревность, злость, подавленность, страх. На самом деле это только разные имена тем разнообразным ощущениям, которые происходят в теле, когда вступает ум. See, and then be conscious of the body. Поэтому стоит осознавать, стоит больше уделять внимание тому, что чувствует тело. Be conscious of what you call yourself. Сначала осознавай, замечай то, что ты называешь собою. And your identity with it will disappear. Тогда отождествление себя с этим так называемым собою будет пропадать. You are not to be concerned about any other body because you cannot do anything about it. You only can deal with this. И не стоит беспокоиться о всех остальных телах, вообще всех остальных, потому что единственное, с чем ты можешь иметь дело, это вот это, иметь дело, вот это тело. То есть просто все, что я могу сделать, это позволить свободно и, ну, происходить мыслям и эмоциям, и все, и не вмешиваться в это никаким образом. So the only thing I can do is to allow thoughts and emotions happen by themselves and happen to allow them freely happen as they happen. Yes. And I shouldn't interfere in all these emotions. If the content of your thinking is based upon an idea, it will disappear. Смотри, если будут происходить какие-то мысли, которые отталкиваются от идей, то они будут распознаваться таковыми, идейными, концептуальными, и они будут исчезать. And you will recognize this in no time without any effort. И это осознание, что мысль из идеи, оно будет происходить мгновенно, без напряжения. It's like something intelligent will discriminate between your conceptual, ideological thinking and your practical thinking. Это так, что нечто разумное, оно само по себе, оно различает мышление практического характера и размышления концептуального характера, идейные. And this one will disappear, the conceptual disappears. И вот эти вот концептуальные размышления, они будут исчезать при осознании их. This one stays. А вот эти практически остаются. It's a practical functioning. То есть это какая-то
практичное функционирование, which is charged with peace and contentment and love and kindness and friendliness and see. Такие мысли практичные, они сами по себе заряжены покоем, тишиной, дружелюбием, нежностью, любовью. The so-called good qualities. Ну, так называемые мысли, хорошие мысли. That you don't have to develop. Sorry? You don't have to develop them. Но это не нужно нарабатывать, не нужно как-то учиться хорошо думать. That there. Это и так происходит. Просто есть, ну, то, чего очень много накопилось, всякие там решения в жизни, всякие, не знаю, ситуации, мне кажется, это просто все не пересмотреть, этого слишком много, даже за 20 лет жизни. The thing is that they, so many things have been accumulated so far in 20 years, some decisions, some situations, so many things, and it's going to take long time to overlook it one more time, no, to experience no, no. it. No. Don't worry about that. I told you, once you recognize the illusoriness of it, it doesn't matter how long will it take, and it doesn't matter how bad it may be, you will be completely, absolutely untouched by that. You will see that, conscious of that, and you will see that the one that is conscious, by allowing it to happen, you will realize that the one that allows it to happen is untouched and unaffected by it. Ты не беспокойся, я же тебе уже говорил, что как только происходит это осознание этого, уже не важно, что будет происходить и как долго. Все, что, потому что ты уже будешь понимать суть вот этой вот обусловленности. Ты будешь понимать, что она ничего из себя не представляет, и она будет происходить, ты будешь ее переживать. Но понимая ее суть, а суть, что это только мысли, только переживания, ты будешь одновременно понимать и осознавать, что все это происходящее, вот это накопленное, оно тебе ничего не причиняет. Оно тебя никак не затрагивает. И только так оно будет изживать себя за счет твоего непредвзятого осознавания этого. Все, спасибо. That's all, thank you. See, don't quit. Не сдавайся. I said the other day that it's easier to wake up than to remain awake. Не нужно сейчас опускать руки, потому что на днях я сказал, что гораздо легче проснуться, пробудиться, чем оставаться пробужденным. And anybody can have a glimpse tonight. Здесь у кого угодно может произойти проблеск сегодня. The previous questioner? Человек, который задавал вопрос до этого, there is nothing. Сказал, ничего нет. That's там it. Ничего. That's the only thing that you don't know. Hmm? This is the only thing that the person didn't know who you are, who that person was in reality. И это единственное, чего этот человек не знал. Он не знал, кто он в действительности. But rarely there is somebody that is willing to go till the end. Но очень редко кто-то после этого имеет желание, готов дойти до конца. On the way till the end, on the way, this is just a way of speech, it's not literal. И вот в этом дойти до конца, ну это просто такой, ну, образ речи, дойти, потому что нету никакого пути на самом деле. Only if you stay conscious, you will be more and more convinced that there is a possibility to be in peace despite of the physical condition or the mental condition. То есть начинает проблеска, чем дальше ты будешь идти, тем больше и больше у тебя появляется возможности понимать и переживать то, что ты можешь быть в покое, несмотря на физическое и ментальное состояние. Можно спокойно воспринимать, что бы ни происходило снаружи и внутри. I said to have a glimpse of the truth is good is enough. It's good enough, but it's not enough. То есть я говорю, что иметь проблеск истины это хорошо, но этого недостаточно. But the whole thing doesn't, believe me, only our psychological conditioning. Ну, поверьте мне, что пока не исчерпает себя вот эта психологическая обусловленность. It's not removed. We will never live permanently in peace.
пока она не будет устранена полностью, не будет покоя, постоянного покоя. До этого момента не будет возможности постоянно проживать жизнь в покое. But if you understand this, и если ты это понимаешь, you will be even in peace while going through the process of dissolution of your psychological conditioning. Ты сможешь оставаться в покое, даже бурно переживая этот процесс растворения, исчезновения психологической обусловленности. The ego, the mind, however you like to call it. Растворение эго, растворение ума, уничтожение, называйте как вам нравится. Просто слишком тяжело быть в этом, ну, постоянно, в каких-то вот этих эмоциях, всех не уходить, а просто оставаться в этом, потому что ты все равно ничего не можешь сделать. But then it can be difficult sometimes to stay with all that emotions, to do nothing about them. To do something is difficult. На самом деле сложно, когда ты начинаешь что-то с ними делать. To do nothing is easy. Ничего с ними не делать, это легко. I understand what you mean. I experienced that. Я понимаю, о чем ты. Я сам это переживал. Sometimes some emotion comes, some fears come, some tendencies comes. Иногда бывает, что появляется какой-то страх, какая-то эмоция, всплывают какие-то склонности, привычки. But if you surrender fully. Но если ты смиришься полностью. Once. Хотя бы один разочек. Next time is easier. В следующий раз будет уже легче. And easier. И проще. And easier. Будет все легче, легче и легче. See, and if you do it once, если ты один раз это сделаешь, there is your certificate of guarantee. In that experience is a certificate of guarantee. Вот этот вот опыт, он сам для тебя будет гарантией качества, гарантией. First you can. То есть первое, что ты поймешь, ты можешь. Second, it is okay. Второе, все нормально. Это нормально такое переживать. Not a big deal. Ничего страшного в этом нет. Then you can walk on fire and not be burned. And you will not be burned. Not being burned. Mm-hmm. Yeah. И тогда ты сможешь идти сквозь огонь, и тебя не будет обжигать. If it is an illusion. Потому что если это иллюзия. If it is an illusory experience created by an illusory thought, what is there to worry about? Потому что стоит ли о чем-то обеспокоиться, если это всего лишь иллюзорное переживание, которое было создано иллюзорной мыслью. It doesn't matter how bad it can be. Неважно, насколько плохим и ужасным может быть такое переживание. It comes and go. Переживание, оно приходит и уходит. It cannot stay forever. Оно не может постоянно быть. Unless you try to do something about it. Единственный шанс у него оставаться, это когда ты пытаешься что-то сделать с этим переживанием. The only thing that can keep it there is your effort to get rid of it. Единственное, что может удерживать переживание или опыт, это когда ты напрягаешься, чтобы от него избавиться. Or твои усилия как-то изменить это переживание. If you are not conscious of it, или же если ты не осознаешь, it will come back. Если это переживание неосознанно или мысли, или эмоция, то оно уйдет, но потом опять вернется. That's what I'm saying. After this, there is no way back. Я как раз об этом и говорил. После проблеска нет уже дороги, пути назад. And I'm sure that you got a glimpse of that, which is a real experience of. Я уверен, что у тебя был проблеск, то есть настоящее. That's awakening. Переживание самой себя. Awakening is to wake up to the illusion of duality or separation. Это и было пробуждение. Пробуждение — это когда ты просыпаешься из этого сна двойственности. Awakening is the easiest thing in the universe. Когда уходит иллюзия двойственности. И на самом деле пробуждение — это самая легкая вещь на свете. But now the rest is, the homework is coming now. Но сейчас тебе предстоит домашняя работа. The homework that you don't have to do. Sorry? A homework that you don't have to do. Mm-hmm. Это домашняя работа, над которой не нужно работать. Because it happens by itself. Потому что оно вот так происходит само. This comes by itself, no? Будет приходить само. The thought comes by itself. Мысли, они же сами приходят. And the reactions in the body created by the thought comes by itself. И реакции тела на эти мысли тоже сами происходят. It's nothing that you can do. Ты ничего с этим не можешь поделать. Or have to do. И ничего не должна с этим делать. Just to let it happen. Просто разрешить этому происходить.
And if I can, you can. It's nothing extraordinary about Caesar. Если я могу это делать, ты точно так же можешь, потому что в Цезаре нет ничего особенного. I don't think that your mind can be worse than mine. Я не могу, что твой ум может там вытворять хуже штуки, чем вытворял мой ум. Mine was a heavy, heavy intellectual stuff. Вот мой ум был отягощен очень таким тяжелым интеллектуальным грузом. With all what I did in my life. Плюс все, чем я перезанимался, перенатворил в своей жизни. But if I tell you, I'm telling you, nobody will come tomorrow to this talk. Если я всем расскажу, чем я занимался в своей жизни, I will lose credibility. То я вообще потеряю всякое доверие, и завтра никто не придет. If I tell you all what I did in the past, если я все-таки расскажу, чем же я занимался в прошлом, всяким разным. No chance in hell that you will believe me. Я не верю, что вы мне будете верить.